Приветствую всех на моем канале. В сегодняшнем видео хочу вам рассказать об услуге, которая предоставляется у нас в Швейцарии. В магазине «Все для огорода и сада» я взяла формуляр, который нужно заполнить, указать проблему вашего растения. И в моем случае томаты. Вот, например, на этом. Или вот еще нижний тоже пожелтение листочков, у которых желтеют листочки и опадают семидольные листики. Ну, эти вроде ничего. Вот. Сейчас немного расскажу вам об этой услуге. Вот. Выглядит вот этот листочек вот так. Вы приходите в магазин «Все для сада и огорода». Там берете на стенде вот такой пакетик, в котором сейчас вот такой листочек, который надо заполнить с вашим адресом, имя, фамилия, указать проблему растения. Они спрашивают о проблеме, в каких условиях выращивается рассада или цветок. Теперь они спрашивают о том, какими средствами вы уже пользовались или не пользовались. Я ответила, что я еще пока ничем не пользовалась. И отправляйте им вот конверт. Они даже конвертик предоставляют, на который нужно наклеить марку. А сама услуга бесплатная. И еще в этом же конвертике была вот такая чашечка пластмассовая. Если у вас есть какие-то вредители, то есть надо поймать этого вредителя или листочек с этим вредителем и также положить в эту коробочку и отправить им, и они расскажут, каким образом можно избавиться от этих вредителей или установят этого вредителя. То есть, если у вас, например, трипсы, их вообще тяжело обнаружить, то вдруг какие-то листочки у вас покусаны или в пятнышках, также можно положить в эту коробочку, если вы уверены, что это от вредителей. А если болезнь, то вот как в моем случае, то я буду вот, например, на примере этого томата, я отрежу вот этот листочек. Вот. Я его отрежу. И как указано в этом формуляре, его нужно запаковать вот в этот пакетик, в котором как бы и было, я взяла в двойном экземпляре, вот этот, запаковать в этот пакетик, и желательно, чтобы он был сырым. То есть я еще возьму салфетку влажную, оберну ее, листочек салфеткой, и завтра отнесу это на почту. И буду дожидаться результата. Так что я думаю, вам тоже будет интересно, какой результат они мне пришлют. Что с моими томатиками. То есть они должны будут сказать причину. И также они расскажут, каким образом я могу помочь своим томатам. Так что, девочки, на сегодня только эту тему я хотела вам рассказать. Так что будем ждать результата из лаборатории, что они мне скажут. Я считаю, что это очень удобная услуга. Но пользуюсь я этой услугой первый раз. Я слышала об этом, мне уже там в магазине говорили, что у них предоставляется такая бесплатная услуга. Вот я решила все-таки воспользоваться. Мне самой даже интересно, что происходит с моими томатами. Хорошо, девочки, на этом я заканчиваю свое видео.
Всем спасибо за внимание. Жду вас на моем канале. Всем хорошего дня.